Марина Гутнік – апсайкл-екодизайнер. Створює свої роботи зі старих речей, дарує друге життя джинсовому одягу та шкіряним курткам. Творчістю займається вже близько 18 років. Вміє в'язати, вишивати та створювати іграшки. Популяризує екологічний рух апсайклінг, який є популярним в Європі. Доброго ранку вам. Ми раді вас бачити. З яскравими такими своїми роботами прийшли до нашої студії. Отож, перше питання, я думаю, воно буде логічне. Що таке, оце таке магічне слово «апсайклінг»? Апсайклінг – это с английского, если дословно переводить, апсайкл – это поднимать из мусора. Да? Uh-huh. Ну, конечно, мы не копаемся в мусорниках, понятно, просто у нас у каждого в шкафах куча вещей, которые мы выбрасываем на свалку. И таким образом мы засоряем вот нашу окружающую среду. Мы сами того не подозреваем, это делаем. Вот я когда-то, ну, давно, много лет, 20 назад, будучи в Крыму, увидела, женщина делала там сумочки, украшения из джинса. И меня тогда так это вот прямо захватило, и я попробовала, приехала одно, второе, третье. А потом прочитала про это экологическое движение и подумала, ведь действительно это вот, вот это здорово, когда я могу свою любовь к творчеству еще и нести это с таким вот смыслом, что это может действительно спасать нашу окружающую среду. Вот мы не задумываемся, что мы нашу планету одолжили у наших детей. Что они потом нам скажут, если мы ее будем засорять? И плюс, если мы будем экологично, осознанно подходить к моде, мы таким образом и поколение будем воспитывать в правильном направлении. Так, давайте більш детально, в чому екологічність? В тому, що ми не викидуємо. І ми ж ведемо мову зараз не лише про джинсові речі, шкіряні. Однозначно. Тобто цей рух, він веде за собою будь-які речі. Просто ви вибрали свій напрям, так? У вас джинси. У нас много направлений, ми з сестрою робимо, вона ще робить украшения из бумаги, но сейчас просто, к сожалению, ну, если пригласите еще раз, я приду уже с другим направлением. И из бутылок пластмассовых потрясающие, есть такие украшения, которые вообще не скажут, такое впечатление, что это из стекла сделано. То есть все, что вот мы выбрасываем, все это можно превратить в старые стулья и столы, которые можно то превратить. То головное, как вот так вот? Однозначно. Это так. Только творчество. Но это не новое. Если вы кажете, что в Крыму, что на той час вы побачили, как майстрині виготовляли. Тобто це не ново. В Європі ж популярно, а у нас в Україні, так розумію, що ще тільки популяризується. Тільки, поэтому вот я решила это настолько продвигать. Я везде, у меня на всех моих страницах, везде в моих постах, это у меня ключевое, что я занимаюсь и делаю это принципиально только из вещей, которые были в употреблении. Тобто ці сумочки, так бачу, навіть рюкзачки, так, вони все, все звичайних. Да, це все зроблено. Скільки у вас, можливо, йде часу на те, щоб таке зробити і матеріалів? Наскільки воно можливо, ну, все ж економічно? Якщо можна, я потримаю. Да, пожалуйста. Тому що деякі задумують, ну, от якесь щось робити, якийсь собі виріб, і з того це багато часу займає, багато матеріалів. Да, времени. Якщо просто пошити сумочку звичайну, то есть, ну, это день, може бути, займе, да, у чоловіка обычно, который, ну, не шьет. Так как я это делаю часто и немного, вот, у меня уходит где-то полдня, но так как я сейчас начала заниматься именно росписью ручной, и не просто росписью, я делаю под заказ, потому что каждый человек хочет что-то свое. Кто-то любит котиков, кто-то любит собачек, а кто-то присылает мне фотографии. А вы можете вот по этой фотографии мою собачку попробовать нарисовать? Вот, есть идея сделать портреты на рюкзаках, то есть делать их, переводить в рисунок и рисовать портреты. Но все это делать только из бывших джинсов. Давайте вот поэтапно, да, або схематично, как народжується у вас новая сумка або рюкзачок, вы находите джинсы, это же не лише ваши, напевно, вам дают, потом дизайн. Вот расскажите нам историю народжения. Вы знаете, дизайн у меня рождался, вот сейчас я пришла к вот этому дизайну, который вы видите на столе, да, я к этому шла долго, потому что много перепробовано разных форм, разных фасонов, и на сегодняшний день это самый актуальный, самый удобный и самый востребованный, скажем, там небольшие сумочки так и небольшие... Так вот, попытье, да. Покажете, так. Вот, рисунки, это спасибо, все вот заказчики, все, вот
они мне заказывают то, угу. что они хотят. Что-то, конечно, иногда хочется мне свое сделать. Я делаю, например, вот как пироженки. Вот мне почему-то захотелось вот так пироженки эти нарисовать, не знаю почему. Вот я сделала такой рисунок. А джинсы, у меня такое количество джинс отдают люди. Вот отдают за шею. Все знающие, да? Все, у меня все родственники, все соседи, все заказчики. Они мне... Я никогда не думала, у меня в прошлом году просто люди присылали из Киева, из Чернигова, со Львова, с Харькова, пишут, ой, вот мы увидели ваши работы, валяется 5 пар джинсы, жалко выбросить, можно мы вам пришлем, мы вам пересылку оплатим, только пусть они в дело пойдут, чем мы вот так, мы вот прочитали, вот действительно, вот засорять, лучше мы вам. Или присылайте. И у меня уже насобиралось, у меня дома 2 огромных шкафа по 2 метра, 2 на 2, которые... именно забитой джинсой, которую мне люди прислали. Угу. Вот, поэтому в сырье проблем у меня нет. Скільки таких шаф ви вже за свою практику переробили в такі сумки? Просто та... цікаво мені цифра. Чи в мене є вдома, ну, чи знайдеться матеріали? Я по шафам я не знаю, але от в прошлом году мною було произведено где-то порядка 350 единиць. Нічого собі. Да, колосальна цифра. Я тримала в руках такий м'який матеріал, ви щось з ним робите. От якщо зараз теж господині, ну, дівчата, жіночки, чоловіки захочуть теж створити собі таку красу, з чого варто розпочати, що варто для цього робити? Щоб перший млинець не вийшов. Ну, перший млинець, якщо чоловік не шьющий, якщо не швейник, це як любое друге діло, візьмі, зробити, ну... Сапоги должен шить сапожник, а картины должен писать художник. Ну, не можем не погодиться. Да, ну, можно пробовать. Пробовать можно всегда. Я тоже в прошлом военный человек. Поэтому если кто-то мне сказал, что я этим буду заниматься, то я бы никогда не поверила. Ну, так сложилась моя жизнь, что я в итоге повернула свою жизнь на 180 градусов, начала заниматься творчеством и очень этому рада. И, кстати, всем советую, кто занимается нелюбимым делом, бросать, бежать и делать то, что по душе. От такий результат получається. Так, зануримось у творчість. От ви розвиваєте вас, ви кажете, і на всіх сторінках. Наскільки це, можливо, допомагає і в Миколаїві вже починають розвиватись такі напрямки от, зі збереження екології? У нас є екологічне движення, є у нас дівчата, да, які займаються, вони збираються в бібліотеці в нашій Кропивницького. Вони там теж, вони вже і мусор ставлять різний, от, щоб люди, значить, розділяли там. Ну, много, есть потихоньку направление. Ну, конечно, пока еще Николаев у нас, к сожалению. Але перші кроки робить, так? Делаю, да. Вот, ну, от, в Києві більш популярно, так? Да, в Києві даже есть потрясающая ярмарка «Кураж-базар». Это вообще, это мека, это туда попадаешь. Очень хотелось бы в Николаеве, чтобы у нас была вот такая ярмарка, пусть она не будет частой, пусть она будет раз в год, чтобы действительно могли собраться. У нас же много рукодельников, которые делают тоже, вот и там, кто-то из лоскусочков, кто-то из кусочков кожи, кто-то делает. И ведь это можно собрать, это такую потрясающую можно сделать. Все в ваших руках, Марина, да, вот, все в ваших вот поэтому руках. Я так очень активно это везде пропагандирую. Ні, ну це дійсно круто, я думаю, сказати, дизайнерські такі сумочки, да, дизайнерські. І навіть, і не подумаю, що це зі старих джинсів. Треба це серія, да? Ви працюєте ще над якоюсь, можливо, якісь чорно-білі тони будуть, ні? Були такі чорно-білі, так, да, різні, різні, різні. Просто зараз літо ярке, зимою більше зимні, із зимньою розписью у мене були сумки, там, і засніжені, зі снігирями, і з чим тільки не було. Що ж, дякуємо вам. Треба задуматись, так? Аніж викидати, краще зробити собі ось таку красу на літо. Ну, це навіть карман. Ні, це дуже функціонально. І внутрі три кармани. Так, я вже перевірила. Дуже зручно, комфортно. Ми вам дякуємо за те, популяризуйте надалі цей рух. Ми тепер з'ясували, що таке апсайклінг, таке слово. Можна просто сказати, екологічний рух для збереження нашого середовища. Марина Гутнік була в нас цього ранку в гостях, апсайкл-екодизайнер. Ми хочемо бачити вас ще.